расскажите о мероприятии, что это было, как это будет в дальнейшем вообще? Ну, мы сегодня провели показательную тренировку с Сашей, с Егором, с нашими вратарями. С большим удовольствием прошла эта тренировка. С ребятами мы сегодня тематическое занятие провели. Одно из первых наших тематических занятий. Хотелось бы что сказать. Присутствовал на тренировке перед сегодняшним мероприятием, посмотрел работу детских тренеров. Она мне очень понравилась. Работа достаточно квалифицированная, качественная, что сегодня лишний раз имел возможность оценить хорошие какие-то задатки у ребят, хорошая базовая техника. То есть видно, что работа велась достаточно грамотная. Я думаю, что мы будем по возможности как можно чаще проводить такие тренировки. Ребята с удовольствием будут принимать участие, им это очень понравилось. Мы будем стараться, по мере наших профессиональных возможностей сделать все, чтобы все это пошло на пользу этим ребятам, потому что мы сами были такими же, как они. Для нас это очень все близко, мы хотим помочь им стать серьезными спортсменами. Это был, я так понимаю, первый какой-то цикл, да, занятий, то есть еще будут какие-то... Да, мы разбили мы разбили по блокам, чтобы не было много информации, чтобы не было винегрета, мы будем работать поэтапно. Мы разбили работу нашу по блокам, по нашим профессиональным, мы будем сейчас проводить тематические занятия, а дальше уже, в зависимости от нашего графика, режима работы, мы уже посмотрим, как мы можем быть максимально полезны для того, чтобы помочь этим ребятам развиться как можно сильнее.